Вітаємо радіослухачів, вітаємо телеглядачів. Це програма про політику. Ми виходимо в прямому ефірі на Ритм ФМ, а також на телеканалі Ритм. Мені надзвичайно приємно представити вам гостя, який завітав у Рівне і завітав до нас у студію. Це український партизан, учасник україно-російської війни, герой України Володимир Жемчугов. Доброго здоров'ячка, вітаю вас. І мені здається, що можна ще багато називати посад ваших. Одна з них – радник міністра інформаційної політики. Доброго дня, Рівно. Мене звати Володимир Жемчугов, я герой України, радник міністра інформаційної політики з освітніх проєктів по національно-патріотичному вихованню молоді. Та довірена особа кандидата в президенти Петра Порошенка на цих виборах. Завдяки виборчій кампанії ви подорожуєте зараз Україною, маєте можливість спілкуватися з багатьма українцями, студентами. На Рівненщині ви теж багато з ким спілкувались. Як вам наш регіон? Дуже добре. Я познайомився у Рівне, я другий раз, і дуже рад знайомству з історією вашого краю. Дуже був вражений вашою історією, іменно от, посвятив академію. Острозьку академію. Острозьку академію. Я навіть і не знав, що у нас таке тут коріння. Я думав, що саме така велика це у нас Могилянська академія, а оказується, є ще крутіше. До речі, Петро Олексійович Порошенко, коли приїжджав на Рівненщину, ще не будучи президентом, я був тоді в журналістському пулі, як кажуть, і він тоді пообіцяв, що з Острозької академії за декілька років ми зробимо український Оксфорд, і це буде така, знаєте, колиска науки і освіти. То, добудова йде, розвиток іде. Ви впевнені, що Петро Порошенко дотримається своїх слів і на Рівненщину будуть приїжджати з усього світу? Я познайомився з деканом і посмотрел, что было сделано, просто сравнив с 91-го года, что было сделано в этой академии, это просто вражающие результаты. И я уверен, что если было факт, это уже утвержденный факт, что сделано, и не имеет никаких оснований не доверять, что новые обязательства тоже будут выполнены. Запитання до вас, як до радника міністра інформаційної політики. Війна з Росією і поведінка людей в Криму і на Сході, на Донбасі. Це все було пов'язано з тим, що інформаційної політики, на вашу думку, в Україні не було? Чи це пов'язано з тим, що якісна з їхнього боку російська була інформаційна політика? Эта война, которая началась, российско-украинская война, которая была начата Россией, она была спланирована еще давно. Я, как житель Луганской области, помню, что творилось после Помаранчевой революции там на наших территориях, как массово заезжали там казачьи хоры, там казачьи песни, проводились за счет российских денег конкурсы разные, то есть как массово работали российские спецслужбы на той территории. Мы все это видели, просто никто не верил до последнего, что Россия все-таки нападет на братский украинский народ. Почему-то недальновидные политики или отсутствие вообще в те годы Министерства информационной политики, это же новое министерство, привели к тому, что в 2014-2015 году мы фактически проиграли и основные военные действия, и информационную войну мы проиграли. И только сейчас начинаем наверстывать упущенное. И мы сейчас видим, что вот в 2018 году нас поддержало мировое сообщество, и было зафиксировано, что это российская агрессия. До этого было, они как-то думали, что у нас гражданская война. И только сейчас у нас удалось уже доказать, что там в России находятся наши военнопленные, не какие-то там задержанные, а военнопленные. Это все успехи информационной войны, информационной политики. Як зараз ставляться мешканці Донецької, Луганської областей до Росії? Ті, які зараз там проживають?
На підконтрольній нашій території. Ну, там неоднозначне у них отношение, неоднозначное. Фактически там хорошо живут, кому регулярно выплачивается зарплата, это только из, те, кто получает из российского бюджета, это чиновники там какие-то, бюджетники, правоохранители так называемые. А простой народ выживает. В Луганске большая часть, весь город обклеен объявлениями, вахтовый метод набирают на Россию, работу в Ростовской области, в Краснодарском крае, они как гастарбайтеры туда ездят, 20 дней там в Краснодарском крае, 10 дней возвращаются в Луганск. Ну, а як налаштовані люди, які живуть на підконтрольній у нас, ну, Луганська, Донецька область, на нашій території? Понимаете, очень играет большую роль родственные связи. Очень много смешанных браков. И людям, ну, ментально тяжело назвать там, тех, кто поддержал из их родственников оккупацию, оккупантами и предателями. Ну, все-таки родственные связи есть родственные связи. Но экономически они уже посмотрели, что такое Россия и что такое Украина. Разницу ощутили. В Крыму, там, конечно, было все мягче, они быстро все это сделали, не было войны, но... Как мне, вот я общаюсь с жителями Луганской области, они говорят: Владимир, ну нас обманули, нам сказали, что будет народная республика, даже те, кто поддержали тогда. Ну а сейчас мы, ты же помнишь фильмы о Второй мировой войне, когда, допустим, Украину освобождала от фашизма уже советская армия, выходили люди, бросали цветы на танки советские, обнимали советских солдат. Вот поверь нам, когда придет украинская армия, мы будем тоже выйдем, должен же кто-то встречать украинскую армию с цветами, и должен же кто-то обнимать и целовать украинских солдат. Вот это будем мы. Ви родом з Луганської області, поясніть мені, от, жителю Західної України, людині, яка тут народжена і яка декілька разів була в Луганській області, як пояснити той факт, що села і населені пункти, які були під Росією і зараз відвоювані нашими ЗСУ, ставляться до України дуже позитивно і дуже патріотично. І ті села, які недалеко, не були під Росією, але зараз на українській території, і вони чекають Путіна, вони чекають Росію. Як це пояснити? Я вас перший раз поправив. У нас не українська-російська, а російсько-українська війна. І наступний раз хочу вибачати вас поправити. У нас не Західна Україна, а Захід України. У нас єдина Україна і неділіма. А по поводу вашого запитання. Понимаете, когда в информационном поле ты включаешь телевизор, включаешь радио, и тебе говорят, там фашисты, 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 ты хотя уже и понимаешь, что фашистов давно нету, они во Второй мировой войне были, их уничтожили, ты начинаешь потихоньку верить, что там какие-то фашисты тебя пугают, людей постоянно пугают, сейчас придут, будут убивать. Я прошел через это в 2014 году, когда Козицын пришел в антрацит с российской солдатами. Они приезжали вот на шахты, собирали шахтеров на первом наряде, привозили КАМАЗы с оружием и говорили: вот у нас есть информация, вот через три дня к вам приедут из Киева бандеровцы, вот они соберут на площади ваших жен, матерей, детей, сначала отрежут головы женам, потом матерям, потом там, ну, детям. Вы там будете защищаться или не будете? То есть людей пугали. Какие-то бандеровцы мифические приедут и будут резать головы прям. Это тоже серия, как вот этот мифический поезд, который ехал в Симферополь с бандеровцами, которые в Крыму должны были резать головы, который не приехал. Это то, из той же серии, как мифический этот распятый мальчик, которого где-то там распяли, но оказалось, что никто никого. Массово пугают людей, и люди склонны, когда все говорят кругом, во всех эфирах, российских, там только крутят только российские новости, что вас убьют, мы вас защищаем. Вас, як радника міністра, слухають і дослухаються до того, що українське слово і українська ідеологія має бути на Донбасі.
Є радіовишки, є телевишки, з'являються, сигнал іде, чи це все залишається лише, ну, якби на папері? Ну, я думав, що ви знаєте, так як сотрудник, як журналіст, що на сьогоднішній день скільки проєктів було зроблено, скільки вишок було поставлено вдоль лінії фронту, возле границы адміністративної з островом Кримом. На сьогоднішній день, на жаль, на окупованій территории остались украинские вышки в Луганске, Донецке и в Симферополе, которые очень высокие. Чтобы нам перебить тот сигнал, надо построить вышку хотя бы на 1 метр выше. Это очень большие деньги. Но мы все равно поставили вышки на Донецкой области, на Рей-Карачун, в Луганской области, возле станицы Луганской, и в Херсонской области, на границе. Эти вышки уже покрывают украиномовным теле- и радиосигналом половину тех территорий. И мы продолжаем в этом направлении действовать. Я даже порадую новостью, что не только на оккупированной территории, уже сигнал доходит на Белгородскую область. И вот даже скандал был в российских СМИ месяц назад, что когда в Белгороде люди включили в один день утром радиоприемник и услышали украинскую речь, они были в шоке, что откуда в Белгороде украиноязычное радіо. Ну, даже ми туди добрались уже. Ви довірена особа кандидата в президенти Петра Порошенка. Чому саме цей кандидат? Я голосовал за Порошенко в 2014 году, так как, ну, все говорят, ну да, в 2014 году не было другого кандидата, больше не из реальных. Я за то, что для меня стратегические обещания, которые он дал в 2014 году, он их выполнил. Мы остановили войска Путина, мы восстановили армию, мы взяли бесповоротный уже путь в Евросоюз и в НАТО, мы восстанавливаем идентичность Украины. Все уже в Европе знают, что Украина – это не Россия. Уже четко все понимают. Для меня самое главное – вот эти стратегические направления. Самое главное – то, что мы идем в Евросоюз, мы подписали ассоциацию, и эти планы, по дорожную карту мы будем выполнять, приводить в соответствие наше законодательство и наши стандарты в медицине, в армии, в образовании, в правоохранении, правоохранительных органах, в борьбе с коррупцией. Мы все это приведем, мы вынуждены будем это привести в соответствие европейским законам. И мы будем жить как в Европе, по их законам. Это будет наша цель и итог. Ваша думка, як героя України, як українця, партизана, патріота нашої держави, як потрібно зараз наступному президенту поводити себе з Путіним? Тому що дехто з кандидатів каже, що він готовий їхати розмовляти, дехто каже, що готовий їхати домовлятися, просити про щось. Інші кандидати кажуть, навпаки, потрібно відвоювати силу і свою територію, розраховувати на підтримку світового товариства. Ви як вважаєте, що потрібно робити? С Путиным бесполезно договариваться и не о чем договариваться. Насколько вот когда были обмены, там меня обменяли, обсуждалось там это. Я не собирался тогда соглашаться, чтобы меня меняли, в частности, на часть территории Украины. Это непонятно вообще, зачем мы воевали за свою землю. Я не согласен с тем, чтобы менять Крым на Донбасс. Украина неделима. И я считаю, что тот путь, который выбрало даже мировое сообщество вот по отношению к Советскому Союзу, они не договаривались с Советским Союзом. Они в 1979 году, когда Советский Союз напал на Афганистан, объявили экономические санкции. И никто не договаривался. Сказали, выведите войска и снимем экономические санкции. И заставили все-таки экономическим путем, и у них все получилось. Я думаю, точно так же надо с позиции права действовать и вместе с европейским сообществом и с Америкой давить и политически, и экономически Путина и Россию. Я хочу розповісти нашим радіослухачам і телеглядачам, можливо, хтось не знає по прізвищу, не зрозумів, що це за легендарна особистість у нас у студії. У 15-му році, у вересні, виконуючи бойове завдання, пан Володимир
потрапивши в оточення, для, аби його не затримали, підірвав себе і потрапив, вижив і потрапив в полон. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, цей період з 29 вересня по 17 вересня 16-го року ви були в полоні. Вони хто? От у нас теж є ж якби думка про ворога нашого. Як вони ставились до вас? Ви були в важкому фізіологічному стані, фізичному. Як все там відбулося? Як все там пройшло? Вибачайте, я должен знову вас трошки поправити. В 15-му році я попав в плен, тяжело ранений. Но попав я в плен, ранений, попав на мінне поле і подорвавшись на розтяжки. Ніхто не знав в Україні, що зі мною случилось. І тоді в воєнних рапортах написали, що я, ну, рішили, що я подорвав себе. Тому що знали, уже до этого было уже сколько сделано, знали мой характер, мои взгляды и понимали, что по-другому я бы... Это я вам процитовал информацию из Википедии, не мог из официального жерела. Да, и, но правду узнали только через год, когда меня освободили. И уже знаете, как из военных рапортов, как из той песни, слов не выкинешь. Я уже несколько раз обращался, чтобы сделали и внесли изменения, но пока, видно, руки до этого не доходят у них. Як було там? Як було в плену? Ну, цілий год я, почти цілий год я, без 15 днів год провів в плену. Часть провів в Луганській больниці під конвоєм, кілька місяців, не виходя з палати. Потім мене заставили стати перед російськими журналістами на колені і сказати, що там, просити прощення, і сказати, що мене заставили там хтось там, або підкупили, що я не добровольно пішов захищати Україну. Я відмовився, і мене посадили в Луганську тюрму, в общую камеру с уголовными заключенными. Раз в месяц приезжал ФСБшник этот с московским акцентом и спрашивал меня, ну что, ты не передумал? Я говорю, нет, я не передумал. И через год меня обменяли. Было тяжело по-разному. Я просто в том состоянии психологическом, с такими тяжелыми ранениями, бывало, я не хотел просто жить. И они понимали, что я за жизнь не держусь, и... Может быть, и поэтому меня даже начали потом уважать эти же россияне и наши местные, что я не стал на колени. И даже как-то мне это даже плюсом вышло, немножко даже помогали. Ви представляєте і презентуєте і показуєте фільм «Бранці Кремля» і відстоюєте зараз наших хлопців, які зараз там, і Олега Сенцова, і інших. Як сприймають українці зараз цю картину? Ну, эта картина вот в нашем проекте спрямована більш на студентів, тому що 5 років вже 6 рок іде війна, молодь виросла, і та вот молодь, которая в 13-м году они не, вряд ли тогда в том возрасте задумывались, что происходит в стране. Сейчас они уже заканчивают институты, вливаются в общественную, политическую, экономическую жизнь Украины и должны знать правду. Это больше направлено на них, потому что на сегодняшний день это идет время, многое забывается. А во-вторых, вот эта непонятная ситуация с этой гибридностью. Гибридная война, гибридные военнопленные, гибридная оккупация, гибридные переселенцы, гибридные партизаны. Очень много непонятного, неоднозначного. И эта программа действует для того, чтобы рассказать молодежи, что есть что, и почему и как это началось. Коли все закінчиться? Ваші прогнози оптимістичні? Вы знаете, я провел очень много встреч в Европе, я был в Бундестаге, в канцелярии Меркель, в ПАСЕ, в Конгрессе США был, и вот у европейских политиков такое мнение, что война закончится через 10-15 лет. Когда Европа перестанет покупать российский газ и нефть, Россия обанкротится. И только так. На сегодняшний день их план такой. Альтернативные джерела вы имеете в виду? Да, они перейдут, говорят, мы перейдем на альтернативные источники топлива, и больше ничего мы в России не покупаем. То, что есть в России, там металлы, там алюминий, алмазы, мы это купим в Китае, в Африке, в Америке.
Мы приняли решение, сейчас мы не продаем России высокие технологии, Россия без наших высоких технологий не может ничего производить конкурентоспособного, а не покупая у них нефти и газ, им не хватит собственного бюджета обеспечить себя. Хотелось бы швидше. Ще одне запитання до вас, пане Володимире. Ви спілкуєтесь багато зараз з молоддю. Молодь, на жаль, в Україні на вибори не ходить. В категорія і серед наших слухачів теж багато молоді і на телебаченні, і на радіостанції. Зверніться до них. Як сказати так, щоб майбутнє України зробило теперішнє Україну? Я завжди звертаюсь до молоді і з двома меседжами. Перше, от обратіть внимание, молодіж, от в 13-му году ваші одногодки. Давайте сравнім. Одногодок ваших там от Луганські і Харкові, в Донецькі і Києві, в Сімферополі і Одесі, к примеру, навіть ровно сравнім. У вас в 13-му году були з ними однакові права и свободы. Сейчас вот прошло 5 лет войны. Луганский и Донецкий комендантский час, нигде не устроишься на работу. Те образования, которые дают, даже его Россия не принимает. Надо ехать на территорию России, заново сдавать экзамены, подтверждать эти дипломы. В Симферополе и Крыму нет никаких свобод. Там не работает виза, не работает Apple Store, Google. Туда не приходят иностранные корабли, не прилетают самолеты. Там серая зона. Людей за то, что молодежь, за то, что делает комментарии в социальных сетях, недовольные, уже там около 50 человек осудили от 2 до 3 лет. У нас сравните то, что там и что здесь. Ну и чтобы вы задумались. Ну и второй месседж, чтобы почему это произошло. Это произошло потому, что мы взрослые в 13-м году привели к власти людей, к 13-му году была власть. Вот многие из нас не ходили на выборы, многие не интересовались политикой, политиками, их предвыборными программами, не интересовались их историей. И мы выбрали политиков, которые привели нас к войне и к оккупации. Не повторяйте наших ошибок, интересуйтесь общественной жизнью, политической жизнью. Если вы не будете интересоваться политикой, политика заинтересуется вами, вашей личной жизнью, вашей экономикой, вашим здоровьем, вашими финансами, вашими свободами. Посмотрите, что сейчас на тех территориях. Ну, это самый такой кричащий пример. Я прошу всех прийти на выборы. Вам не нравятся кандидаты? Вот выборы еще в Верховную Раду осенью. Выбирайте, будьте социально активными. Выбирайте своих кандидатов. Выбирайте, создавайте свои партии. Но ни в коем случае не будьте отрешенными, безразличными к жизни. Дякую вам за такую позицию. Український партизан, учасник війни, герой України Володимир Жемчугов був гостем програми «Про політику». Щиро дякую за те, що завітали і в студію, і в Рівне. А глядачам і слухачам побажаємо лише миру і залишайтесь на нашій хвилі.